друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И вы не поверите, но это возвращение легендарной рубрики! Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое. Нет? Ну, конечно же, можно. Да-да-да, ровно 2 года назад я заходил на различные сервера вместе с вами, и мы смотрели, что вообще там происходит. Сервер психов, сервер пиратов, для тупых, для самых умных и так далее. Вам всем очень сильно нравилась эта рубрика, и я понял, что зря я ее забросил, и не понимаю почему. Поэтому, если вы рады возвращению данной рубрики, то обязательно ставьте ваш лайк прямо сейчас. Если мы наберем с вами 82 355 лайков, я пойму, что нам нужно продолжать заходить на эти сервера. А я на это очень сильно надеюсь, ведь недавно я листал список серверов и наткнулся на новенький сервер. Сервер маньяков в Майнкрафте. Посмотрим, чем они там вообще занимаются, как они живут и как нам самим стать маньяком. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку, а мы начинаем. Приятного просмотра. Ох, целых 2 года я не заходил на подобные сервера. И вот настал этот момент. Все, заходим. Заходим в сервер маньяков. Я не представляю, что мы сейчас с вами увидим тут. Давай, ну же, подключайся, выполняется вход быстрее. Мне аж не терпится. Так, все, мы появились на спавне. Сервер только для маньяков. Что это? Тебе не придется бояться маньяков, если ты сам маньяк. Что? Откуда у них мемы тут? А ты маньяк? И правила сервера. Ох, смотри, смотрите, они там уже переписываются вовсю. Кстати, вчера я поймал одного мужика, он так кричал, было смешно. То пол от крови не оттер. А как мне с моим ростом ловить людей? А я из одного швабру сделал. Вот она, кстати. Фу, грязная. Господи, с ума сойти. Так, лучше я правила прочитаю. Иначе меня сейчас сразу же забанят, либо кикнут отсюда. Так, выгляжу вроде нормально, вроде бы нормально. Они пока не заметили, что я зашел, и слава богу. Первое. Сервер только для маньяков. О, нет, кажись, я что-то не особо похож на маньяка. Второе. Маньяки должны пройти аттестацию. Ё-моё, это что за аттестация? Что? Почему степи, штопочка, свежее мясо? Господи! Я вышел с сервера! Я просто вышел с сервера! Это что за жуть была сейчас? Они моментально все начали накидываться на меня! Так, 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 пожалуй, я не буду делать ошибок прошлого и поставлю сразу же сейчас скин маньяка. Все, скин я поменял. Надеюсь, что сейчас все получится. Они меня примут как за своего. Мне что-то реально безумно страшно стало. Господи! Дайсон, четверг, 12! Так, скрикущий попугай мне пишет. Ты еще кто такой? Еще и с тобой делиться. О, привет, новенький. А ты еще кто такой? Привет всем. Я новый маньяк. Кровь пить будешь? Нет, спасибо. Господи, что вообще здесь происходит? Ну и попал я на сервер, называется. Может, порубим? Да зачем? Не надо! А почему не так пишет? У меня что, скин не поставился? А, да нет, вроде бы все нормально. Я тыква, все хорошо. Мать, что с ним делать? Дайсон спрашивает. Ты смешной какой-то, ха-ха. Чё я смешной? Это ты смешной. Тыква. Да какая я тыква? Да я кактус. Какой кактус? Ладно, ладно. Я тыква. Убийца пирогов. Вот так вот. Я тыква. Убийца пирогов. Понятно вам? Попугай меня спрашивает. Ты эту тыкву на мусорке нашел? Это я тебя на мусорке нашел. Ты понял? Ладно, все. Простите. О, они мне поставили никнейм, смотрите, новенький фиксяк. Че вообще, это как дверной косяк или что вообще? Непонятно. Не хочешь пить кровь, значит будешь проходить смертельные испытания. А ты еще кто? Как звать тебя? Ха-ха, понятно, я-то знаю свое место, никто это... Че это они так со мной общаются? Я тоже с ними буду так общаться, правильно? Чаки Норрис пишет, почему все выше меня? Потому что ты кукла. Такс, мать-бабка пишет мне, я главная маньячела. Тима Скрымер пишет, добро пожаловать в дурку. Ну, да, походу так оно и есть. Господи, что она делает? С Пеннивайзом. Или, подожди, или кто это? Это Пеннивайза! Какой кошмар вообще. А за что его? Ударил меня. А, я понял. А, второй раз и в бан. А, кажись, здесь нельзя никого бить. А меня за что? Еще и швабра какой-то. Да хватит! Что мне нужно сделать, чтобы вы в меня поверили? Пройти испытание. Чтобы стать настоящим маньяком? Да. Ага, все пишут да. Ох, ну хорошо, я этим не занимался реально 2 года. Мы снова с вами будем проходить испытания, чтобы стать настоящим маньяком. Окей. А можно я сначала правила прочитаю? А, они пишут ага. О, да, спасибо. Так, значит, если я не прочитаю правила, я думаю, что меня забанят. Уже срочно прочитайте. На сервере не ругаться, у нас все люди культурные. Понял. То есть, если я кого-то обзову, что, например, скример страшный, то мне будет бобо. Кровь за собой вытирать. Какую еще кровь? Конечно, у меня есть тут немножко на руке, но... Мне что, за собой
Прибирать, это ж вообще не моя... Ладно. Любое нарушение карается пыткой и баном. А что за пытка? Выглядит, как будто бы с маскарада сбежал. Ты сбежал! Эх, ладно, не буду я с ним ничего делать. Пеннивайз, сделай мне новый нож, я не умею. И как он вообще прошел аттестацию? Так, мать-бабка, ты меня вообще слышишь? Да. Я тут. В конце испытаний нужно съесть свою жертву. Я такое не делаю. И убрать кровь за собой. Да что вообще? Это наш обряд посвящения в маньяков. Я сделаю тебе новый ножик, он будет как раз для твоего роста. Какой кошмар вообще здесь происходит? Это просто ужас полнейший. А если я не буду? Ладно. Простите, я буду проходить испытания. О, господи. Вот так-то лучше. А мать-бабка, у вас тут самое главное? Пиши грамотно. Хорошо. Нет, нехорошо! Я не про бабку! Я не про бабку! Я ошибся! Я ошибся! Я не то написал случайно! Ну подумаешь, бывает! В смысле не про бабку? То есть она не хороша? Нет! Она хороша! Она хороша! Нет! Они меня убили! Простите! Это было страшно. Она хороша, еще как! Конечно, я на нее засматриваюсь. По-другому вообще никак. Все, давайте проходить испытание. Только не бейте. За мной. Окей, пойдем, бабка. Давай. Бы на шелуху пустим его. Не надо ни в коем случае этого делать. Господи, как у них здесь все страшно и противно, вонюче, грязно. Хорошо, что они меня не слышат хотя бы. А куда идти-то? Где бабка-то потерялась? Куда бабку потеряли? А, вот она. Лежит. Что лежит? А, господи! С приправами пойдет. Вкусно. Вкусно, мам. Ладно, я сделаю вид, что я этого не видел. Какой кошмар вообще, куда я попал? Это их мать, что ли? Я не понимаю, она у них самая главная? Так, испытание номер один, задание. Испытать фермера врасплох. Что мне нужно делать? Кромсать, резать. Мочить. Ладно, хорошо, вот я это делаю. Вот, правильно я делаю? Нет, кажись, неправильно я это делаю. Ха-ха, они меня снова убили. Я понял, я, в принципе, все здесь понял. Мне ни в коем случае нельзя им перечить, это первое. Во-вторых, нужно их полностью слушать, да, это второе. А третье, нужно реально притвориться своим для того, чтобы не поверили мне. Что мне делать-то, я не понимаю. Все, давай обратно. Окей, иду обратно, хорошо, без проблем. Я, кстати говоря, еще очень сильно у них нравится дерматолог, кожаное лицо. Это вообще угар. Кажись, это надо бы прибрать здесь. Ну, они же говорили за собой прибирать это. А как это? Это не убирается. Пытаюсь убрать. Вы же сами сказали так. Надо вылизывать. В правилах другое написано. И вообще, только у тебя швабра. Логично. Ну, конечно, логично, естественно. Бабка, чё делать? Слушай фраера. Это кто из них, интересно? Так, Чаки Норрис. Ха! Я только что понял! Чаки Норрис! Гениально вообще. Так, а где он? А, вот он, фраер. Привет. Стоп, фраер, это ж по идее, это ж Майкл Майерс, или как его зовут. И он из фильма Хэллоуин, а я как раз тоже тыква, получается, он мой брат. Ты мой брат! Ты снимался в Хэллоуин! Мы с тобой лучшие друзья. Ты что, пропихиваешь родственников? Это лучшее, что я видел вообще. Первое испытание. Господи, что за звуки страшные? Тебе нужно незаметно подкрасться к этому манекену. И все? Покажи, как ты это делаешь. Окей, без проблем. Ты думаешь, это просто? Проще простого. Так, все, поехали. Значит, я вот так нахожусь за этой травой. Теперь незаметно прохожу за этот куст. Теперь незаметно маскируюсь и становлюсь тоже пшеницей, как будто бы я пшеница. Захожу в эти кусты, обхожу данные кусты и иду на манекен. Ха-ха! Та-дам! Готово! Да, что он делает? Это было ужасно, смешная шутка. А что им не понравилось-то? Я же все идеально сделал, да ладно? А теперь по-нормальному. Так, ладно, надо что-то делать, надо что-то придумать. Это была шутка, на самом деле. Я профессионал в этом деле. Сейчас покажу вам, как надо. Так, а как показать-то? Вот здесь вот. Итак, я маскируюсь в этом кусте. Манекен меня не видит. Я обхожу со стороны, чтобы манекен меня вообще ни в коем случае не увидел. Он меня не видит. Абсолютно не видит. Так, я нахожусь за спиной. И та-дам! Готово! О, другое дело, умница, заслужил стакан кровушки. Во! Ну, на кол с плюсом сойдет. Чуть лучше на 3 из 5. Неплохо. Фух, это было легко. Есть что посложнее. Тебе показать, как нужно на 5? Давай. Но мне кажется, я сделал на 6. Сейчас посмотрим, что эта бабка делает. Что? Куда она исчезла? Что? Что? Как она это делает? Офигеть, я так не умею. Ну, на четверку. О нет.
Итак, второе испытание. Тебе нужно будет проникнуть в этот дом максимально незаметно, чтобы никто ничего не заподозрил. Ага, да, вот оно, второе испытание. И жестоко наказать людей. За что их? Ну это ж манекены, но в любом случае. Так, ну по сути можно проникнуть через дверь, а можно через стекло. Так, кожа на лицо пишет. Ставлю на то, что он не справится. Ага, это мы еще посмотрим. Можешь просто стекло выбить. Сейчас напишу им. Можно же просто стекло выбить. Что? Нет, мы цивилизованные люди, стекла не ломаем. Чего? Маньяки цивилизованные люди? Окей. All in на то, что он провалит даже это. Боже, он глупый. О, господи, я реально медлю. А как мне это сделать? Я не понимаю. Так, там есть камин. Что, если мне воспользоваться первым испытанием и проникнуть через камин? Что-то тут есть? О, лестница! Отлично. Так, прекрасно. Идеально хватает. Так, теперь ломаем здесь. Быстрее. Так, прекрасно. Теперь сюда и... Ха-ха! Все! А он хорош. Фу, грифер. Вау, уже лучше. Долговато. Я не думал. Я просто смеялся над шуткой. Простите. Я сразу же понял, что нужно через камин. О, господи, как же мне повезло, что там лестница вообще была. Если бы не эта лестница, мне кажется, я продул бы. Они бы меня забанили, бы еще что-нибудь сделали. Индюк тоже думал. Ага, Чаки не дотягивается. Реально маленький что-то он. А, стоп. Бабка сломала дверь. А чё, так можно было? Можно было просто сломать дверь? Да. Тебе нет, только ей можно. А в чем смысл данного испытания тогда, я не понимаю? Я проявил свои лучшие качества. Я проник туда, нашел секретный сундук. А она просто сломала эту дверь. Ой, хорошо, что они меня не слышат все-таки, иначе реально бы забанили уже. Я прошел все испытания. Да не я. Теперь я маньяк? Этого недостаточно, чтобы стать настоящим маньяком. И прошел только часть из них. Господи, сколько мне еще предстоит это испытание проходить? Так, бабка какой-то фокус показывает. Да. Интересный фокус. Итак, новичок, добро пожаловать в новый курс. Может, на новый? Ладно, прости. Ты что тут делаешь, бабка, в столе? Господи, какой ужас. Так, а кто вообще со мной разговаривает? А кто со мной говорит? Где этот Чаки Норрис? Я его не вижу вообще. Мелкий Чаки. Где он? А, вот он! А, прости! Не заметил такого гиганта. Ха-ха-ха! Он вообще спит в детской кроватке. Да, простите. Господи, у них же за обзывательство там бан или что, я вообще не помню. Основы ловушка ведения. А, ну конечно же, каждый маньяк должен орудовать ловушками, это точно. Пройдем. Ну, пойдем. Так, что это? Пики точеные. Ага. Первая ловушка. Понятно. Интересная. А что будет, если я на нее встану? Ай, господи! Крутая ловушка. Дальше. А, ловушка на медведя. Ну все, в этот раз я не пойду ее проверять. Встань. Зачем? Встань. Зачем? Мне нужно встать, чтобы стать маньяком? Каждый должен пройти 7 кругов ада, чтобы стать маньяком. Ты должен почувствовать боль, чтобы стать... Да господи, ладно, так уж и быть. Так она не работает, ваша ловушка. Не работает. Я сломал. Да ничего я не сломал, я ничего не ломал. Я ничего не ломал. Чаки, бутафорию завез. Так, что это? Ловушка, нажал, упал. И как это? А, нет! Может быть, сбежать отсюда как-нибудь по-быстрому? А что, если я сбегу? Точно, я сейчас поиграю в пятки, меня никто не найдет. Пускай не думаю, где я нахожусь. А, что? Меня телепортировали? Сбежать, я думал, самый умный. Ну да, я забыл, что у них, походу, бабка это админ. Да я шучу. Просто шутка. Я же тыква. Хэллоуин. Клоун и так далее. Пеннивайз пишет, не смешно. Я клоун. Ну, я по тебе вижу, что ты клоун, реально. Так, следующая ловушка. Бесплатные алмазы. Ловушка для очень и очень тупых. Но я думаю, ее лучше не использовать, да? Или хотя, может быть, случайно использовать ее? А ну-ка. Теперь я настоящий грифер. Ты что натворил? Реально тупой. Вы же сами сказали проверять ловушки на себе. Я тут при чем? Я не виноват. Чини дом. Да что мне чинить-то? Я не виноват. Они сами сказали, чтобы я проверял ловушки. Вот я и проверяю ловушки. Вот вам таблички, ваши картины, рычаги и все остальное. Боже, он должен был додуматься. Так, естественно, я додумался и специально взорвал им. Он слишком тупой. Бан! Бан! За оскорбление. Бан фиксяк. Какой слэш? Меня за что? Не надо. Не оскорбление, а факт. Раз факт, тогда вы вонючие и страшные, понятно? Не, ну он по факту говорит. А, ну по факту да, ну по факту, ну тут как бы по факту, ну вообще по факту. Я никогда не пойму их логики. Так, с меня сейчас привели в эту комнату. И походу ей заправляет дерматолог кожа на лицо. Это трофеи. И что это? Людей, которых... Господи. Там 9 братьев было просто. Я понял. Ты будешь собирать собственную коллекцию голов. Ага, понятно. Ну как в самом Майнкрафте на самом деле. Там эти голов Стива полным-полно. Понял.
Вопросов ноль. Меня реально просто проводят по всем факторам. Прохожу полное обучение, чтобы стать маньяком. Неужели у них каждый, кто новенький на сервере, проходит этот ад? Я помню Федя, он смешно кричал. Понятно. Ролеплей у них, конечно, вообще отменный. Ты всяк фокус хочешь? Давай. Только без взрыва, пожалуйста, прям в этот раз. Ну хотя, это ж не бабка, бабка не сможет этого сделать. За мной. Идем за скрымером. И что он делает? Прекрасный вид, и вправду. Так, они привели меня в какую-то другую комнату, и здесь что-то подготавливают. Тут есть три манекена, и какой-то сундук. Пеннивайз пишет, ты пришел в мою комнату. Да, так и есть. Я научу тебя приманивать людей. Вот это интересно. Я умею просить лайк, подписываться на канал, анекдоты рассказывать. Анекдоты могу рассказывать. Говори анекдот. Мужик купил шляпу. А она ему как раз. Надеюсь, смешно. Плохо. Я же старался! Сам придумал! Вот четверг! Четверг. Я только что заметил, что это не пятница 13, а четверг 12. Еще и Дайсон! Да, бывает такое, конечно. Смешные они люди. Смотри, что у тебя есть. О, это конфетки! Ими можно приманивать! Да. Я знаю, Пеннивайз, точнее, Пеннивайза, да, ты это делал, конечно. Можно попробую? Так, на комбо. О, вот на этом! Чак, хочешь? Конфетку. Ну да. Так возьми и купи. Я правильно сделал? Ребят, кажись, я неправильно сделал. Нет, дурак, не думаю. Ты должен их отдавать бездарно. Все, я понял, без проблем. Ой, я, кажись, кое-что увидел. Так, отдавай, тогда возьмешь эти конфетки и вот так сделаем. Значит, тебе манекен и тебе манекен. Вот так. А теперь зови их к себе домой. Пойдемте ко мне домой, манекены. На одного человека миску жирно тратить. Нужно еще поучиться. Какой следующий предмет? Есть смешная шляпка. А, это для того, чтобы казаться милым. Опачки. Я, кажется, полетел. Опа. Так. Я снова сбежал от них! Ха-ха! Вот они, дуралеи вообще! Так, все, просто бежим отсюда. Просто бежим отсюда для того, чтобы здесь больше никогда не появляться! Нет, я Они меня телепортировали. Так, надо что-то написать. Ой, с управлением не справился. Впервые пользуюсь такой штукой. Все, вот я отдал. Блин, отсюда вообще не сбежать никак. Этот мешок тебе нужно упаковать жертву? Чаки, тебе идет шапка. Реально. Купил мужик шляпу, она ему как раз. Вот прям один в один. Ладно. Есть шарики, которые ты даришь, и люди становятся более ослабленными. Вау! Круто! Стоп, я их сейчас ослаблю! Я их сейчас ослаблю, смотрите! Отлично, все, опять можно сбежать. Можно попытаться сбежать. Боже мой, кто в меня молния стреляет? Быстрее, убегаем. Отличные шарики, прекрасные шарики. Мельпопс, жу-жу-жу. Бедовые шарики на завтрак. Бежим. О, нет. Бабка за мной бежит. Нет, хватит меня телепортировать. Как красиво зато. Я решил пройти тест, чтобы показать, что я способен ослабить. И что я умею пользоваться этими штуками. Ну, это правильно. Ох, сработало. Хорошо, что не глупые, не понимаете. Ребята, мы просто гении троллинга с вами. Пошли за мной, пройдешь мое испытание. Пойдем, Дайсон, четверг. Так, мне дают какое-то новое испытание. Когда же они закончатся уже эти испытания? Я вроде бы уже и так маньяком стал. Dead Quest. Смертельный квест. А, смертельный забег, что ли? Если ты пройдешь последнее испытание, мы вручим тебе твой собственный нож. А это последнее испытание? Еще одно будет. Окей, я готов. 3, 2, 1, все, поехали! Так, смертельный забег, господи, как здесь много крови, кажись! Очень много людей здесь уже не прошли это, но я пройду идеально, я один раз попался на эту штуку и понимаю, что сюда лучше больше не рыпаться! Господи! Что это? Откуда это здесь? О, боже мой, нет! Стоп, что? Я сейчас поднялся на шарик или мне показалось? Херабрин даже не прошел. Какой еще херабрин? Так. Да господи! Он не справится. Да справлюсь я! Все, я справился! Нет! Я в лаву упал! О, меня телепортировали, слава богу! Так, аккуратно! Все! Я прошел! Я выжил! Я живу! Что? Чего? Как? Я сам не знаю! У меня хпшки не тратились вообще, ни одного сердца не потерял! Для первого раза очень даже хорошо. Спасибо! О, какая красота! Как много шариков! Последнее испытание. Фух, окей, погнали. У нас есть нубики, которые не прошли испытание. Твоя задача — напугать их. Как мне это сделать, интересно? Я же вообще не выгляжу как тот, который может напугать. Если они испугаются, то ты новый маньяк. Если же нет... А вот это вот уже интересненько.
Я кажись, понял. Начинать? Да. Так, ладно, хорошо, удачи мне. Я не знаю, честно, как мне их напугать, но если делать точно так же, как мы это делали в первом испытании, то тогда я думаю, что у нас все получится. Осталось еще понять, где они находятся. То есть, получается, все это время на этом сервере находились игроки. Там, смотрите, вон какой-то хакер, бро, 2000, там что-то там, я его не вижу. Они ждали этого момента. То есть, получается, наверняка, если я смогу их напугать, то они не станут маньяками, их забанят. А если я напугаю их, тогда маньяком стану я. Главное, не попадаться им на глаза. Нубики, они сказали нубики, значит их несколько. Господи, он постоянно смотрит сюда. Так, тихо. Все, вот прибежим. Отлично. Стоп, я вижу второго. Ха-ха-ха! Смотрите, я немножко проскользил вот так. И мне кажется, он что-то заподозрил, мне кажется, это достаточно стрёмно. А теперь выпрыгнем на него. Ха-ха-ха! Получай! Так тебе! Кажись, получилось! Первого, кажись, я напугал! Смотрите, как орёт! Спасите! Отлично! Первого мы, кажись, с вами напугали. Хакер бы покинул игру! Кажись, его забанили. Так, остался еще один. Как бы его напугать? Он какой-то храбрый! Раз на дерево решил забраться. Так, я увижу, он на крыше. Я придумал! Гениальный! Я подожду, пока он спустится с этого дерева. А сам, пока он спускается, закопаю здесь. И как только он будет проходить мимо меня, я сломаю блок и выпрыгну. Я думаю, у нас все получится. Да почему так долго? Он не справляется, походу. Да я сам здесь сижу минут 5, наверное. Так, стоп, он идет. Тихо. Ха-ха-ха! Кажись, у меня не получилось его напугать. Ты не справился. Стоп, а почему его забанили? А почему его забанили тогда? Он тоже не прошел. А что ты нож достал-то, бабка? Но в целом одного из двух ты напугал, поэтому мои поздравления, ты теперь новый маньяк! Четверг выдаст тебе комнату! Господи, я целый час играл на этом сервере для того, чтобы стать маньяком, наконец-то! Вот твой нож! Бог ты мой! Я безумно рад этому! Я просто словами не передать. Так, четверг, пойдемте тогда! Четверг, пошли. Это очень хардкорный сервер. Это один из самых хардкорных серверов, на который я заходил когда-либо за всю свою историю. Вот она. Комната страха. А ну-ка. Нифига себе. Нормальная вообще у меня комнатка. Какой гигантский арсенал. Вот только посмотрите. Вау. Круто. Я тоже так могу. Так, бабка пишет, срочное собрание. Все на спавн. Погнали. Без проблем. Они аж запутались. Я не понимаю, где спавн находится. Так, и чё? Чё случилось? Что такое? Чего? Ват, вы посмотрите. В прошлый раз же кикнули Женька. Что случилось? Стоп! Это еще что? Кто меня заскринил? Кто меня заскринил среди них? Я так и думал, не надо было заходить за своим скриншотом! Я знаю, кто это. Что? Ребят, что случилось? Он видео снимает. Да нет. Мой внук его смотрит. Что? Ты 2 года назад снимал эти сервера? Он снимал 2 года назад всякие сервера. Вы ошиблись. Это не так. Я не фиксаю, у меня просто скин такой же. Бан его. Да не надо. Ты нас на YouTube решил выложить? Да нет. Он фейк-маньяк. Да нет, я настоящий маньяк. Я настоящий в Майнкрафте. Что? Меня забанили? Стоп. Вы заблокированы на этом сервере. Вы заблокированы на этом сервере. Почему мне всегда не везет? Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если вы хотите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Если вы хотите продолжение, чтобы я заходил на остальные сервера в Майнкрафте, то просто поставьте лайк и напишите комментарий об этом. А для вас сразу фиксай, всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Я очень надеюсь, что вы рады этому возвращению. Пока!